Здравствуйте, друзья! Два простых движения в меренге. Мы сейчас им покажем, расскажем. Прям пробуйте, тренируйтесь, и сразу у вас все будет получаться. Простой ритм. Раз, два в ногах. Раз, два, раз, два, раз. Вот мы, партнерша. Танцевали, танцевали, танцевали на месте. Лево, право, лево, право. Партнерша, право, лево, право, лево. Разошлись, ручку получили. И дальше поднимаете левый партнер, левую руку кверху. У партнеров правая к низу. Партнерша аккуратненько через прямой локоть сгибает свой локоточек абсолютно естественно. Ей ничего для этого делать не нужно, просто идти по кругу. И партнер под свою левую ручку заходит, выпрямляет снова правую руку, как она у партнерши сгибалась, так она и разгибается. И немножко левую руку. После этого мы начинаем смотреть друг на друга. Партнер смещается вправо, видит партнершу через левое плечо, переходит на другую сторону. Влево, через правое плечо смотрит на партнершу, это второй раз. И на третьем разе мы пока остановимся, третий раз. После того, как мы это сделали, партнершу увидели, ей улыбнулись, либо показали ей, например, язык. Поднимаем свою правую руку на уровень лопатки. И после этого наклоняемся. И смещаемся перед партнершей. Наша рука здесь не расцепляется, мы держимся за, за кончики пальцев друг с другом. И после этого рука отправляет партнершу в поворот. Снова рука, которая была на спине, выпрямляется вниз. Через низ она становится ровненько. И мы сделали вот такую, ученики у нас называют чудо. Да, что закрутились, а вышли в простые руки. Еще раз. И раз, два, партнерша зашла в поворотик. Вот она. Мы ушли под руку за спину, перешли руки внизу. Согнулись здесь, улыбнулись друг другу, перешли на другую сторону, увидели здесь друг друга, перешли снова на первую сторону здесь, и наша правая рука начинает тянуться к правой лопатке. Это очень важно, потому что так будет максимально удобно. Как только вы подняли свою кисть на правую лопатку, вы начинаете чуть-чуть наклоняться, не приседать, не делать вот этих вот некрасивых, неудобных позиций, а просто чуть-чуть наклоняете спину, проходите аккуратненько, локоть вылезает, пальцы не расцепляются, и отправляем партнершу в последний поворот. После того, как она повернулась, наш локоть уходит правый к левому плечу, и мы через легкий замах аккуратненько закидываем наш правый локоть на левый локоть партнерши. И тоже делаем с левой рукой. Левый локоть закидываем на локоть партнерши. И вот в такой тяге, посмотрите, мои пальчики смотрят наверх, партнершины пальчики тянут вниз. И вот на таком взаимодействии мы входим в basic. Uno, dos, uno, dos, uno. И делаем наше любимое, абсолютно классическое движение в меренге. Движение по кругу. Uno, dos. Чтобы не растеряться, мы все время поддавливаем, подтягиваем немножко. Я давлю кверху, партнерши к низу. Уходит одна рука, уходит вторая рука. Делаем то же самое на другую сторону. И... Потанцевали, подожди, не торопись. Uno, dos, tres, cuatro. Разошлись. Правая ручка съехала вот сюда. Все, партнерша у нас открыта. Опускаем правую ручку вниз. Левая на уровне головы. Да, партнерша, не задирая локоть, поворачивается. Здесь только чуть-чуть перекинули кисть кверху, чтобы тоже ничего не задирать, друг другу неудобно не делали. Максимально простенько ушли за спину. Опустили левую руку. Правый локоть приподняли, чтобы увидеть партнершу с левой стороны. Левый локоть приподняли с правой стороны. И снова локоть поднимается. Наташа рассказывает, что же происходит с ее кистью. Поехали. Кисть всегда в контакте с партнером. И локоть чуть-чуть наверх. Никуда не задирается. Да? Да. Посмотрите, ладошки максимально открыты. У нас нет такого, что кто-то цепляет большим пальцем. Что делает Наташа? Просто подавливает. Подавливает, и на вот этом взаимодавлении у нас получается хороший контакт. Пробуем. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Uno, dos, tres, cuatro, и пошел локоть на локоть. Один, второй, и basic. Тики-тики-кум, тики-тики-уно. Dos, tres, cuatro, и вот такая у нас получилась несложная комбинация. Два движения, и вы в танце меренге для всех. Спасибо за внимание.